Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Госпожу Фариде госпитализируют, это обрушивается на мир Дженка. Дженк пытается сделать все возможное для госпожи Фариде. Он не может контролировать свой гнев, и его забирает полиция. Сможет ли Дженк найти способ спасти свою бабушку от этой ситуации? Азра, которая предлагает большие усилия, чтобы быть рядом с госпожой Фариде, будет задержана полицией. Сераб делает все возможное для того, чтобы избавиться от Азры. Хотя Азра и говорит всю правду о себе, она не может быть убедительной. Этот шаг Серы против госпожи Фариде стал катастрофой. Когда Азни вмешивается в эту ситуацию, то Сераб будет загнан в угол. Будет ли это решение, которое он примет против Дженка и Азры? В больнице госпожа Фариде страдает от боли, но прошлое не покидает ее. В больнице госпожу Фариде ожидает большой сюрприз, что сильно повлияет на семью Челен. А посмотреть 12-ю серию турецкого сериала «Не отпускай мою руку» вы сможете уже 14 октября. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи!